Так же легко, как я открыла эту банку этим современным консервным ножом, профессиональные воришки вскрывают двери иркутян. В областном центре резко возросло количество квартирных краж. Подробности в материале Надежды Казаковой. Темные очки и связка отмычек. Вот он, классический вор-домушник. Да и к тому же новичок. Камеру видеонаблюдения не увидел, на сигнализацию не обратил внимания, вот и попался. Теперь на ближайшие 5 лет про свое криминальное ремесло придется забыть. А вот у этого мужчины азы воровства, похоже, в крови. За кражи он уже отсидел. 2 года назад освободился и вновь вернулся к любимому делу. За последние 3 месяца вскрыл в Иркутске, предположительно, 5 квартир. Брал только ценные вещи. Телефон, ноутбук, видеокамеру. За 3-4 года ни разу не работал. Ну а почему? Потому что все время сижу. Этим летом квартирные кражи для Иркутска стали настоящим бедствием. За 2 месяца домушники обворовали более 120 квартир. В топ-листе украденных вещей стандартная троица – золото, деньги, бытовая техника. Ослепленные жаждой добычи грабители не боятся даже попасться на глаза хозяевам жилья. Все чаще сотрудники полиции сталкиваются с такими случаями, когда кражи происходили в присутствии владельцев квартиры. Например, жаркими ночами иркутяне засыпали с открытыми окнами, в которые пробирали злоумышленники. Пока хозяева крепко спали, воры потихоньку проникали в квартиру и похищали имущество. Правда, и закрытое окно для мастера криминальной профессии не преграда. Зайдет через дверь. Тем более, что сейчас некоторые производители двери откровенно халтурят. Выпускают продукцию, которая и ребенка не остановит. Вот оно, пожалуй, единственное слабое место современных новостроек. Дешевые китайские двери. Опытные домушники, да и начинающие, вскрывают их буквально за несколько минут обычным кухонным ножом. Но если оставит отпечатки, есть шанс, что любителя чужого имущества заставят ответить за свои преступления. За эти летние месяцы больше 50 домушников арестовали. Надежда Казакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.